Грензель был священник, а дом его для паствы закрыт. У него на кухне в полках посуда неприличная на вид. В одной из комнат 9 месяцев клубился зеленый туман. Отец Грензель был священник, алхимик и немного наркоман. Все закончилось не так, как должно было кончиться в кино. Отец Грензель в мистическом экстазе перепутал дверь и окно. Когда к нему пришли из ЖЭКа, по факту не уплаты долгов. Отец Грензель парил под облаками ровно чуждые друзей и врагов. Не печалься, все будет хорошо на этот раз. В мире есть немало чистых душ, что молятся за нас. Нестандартную посуду били на помойке бомжи. А в одной из странных колб зарождалась нестандартная жизнь. И согласно закону сохранения нужных вещей, эту колбу не заметил никто, да в общем-то и черт бы с ней. А из зеленого тумана сильная наука извлекла человечка, похожего на каплю золотого стекла. Он вышел из тумана и ушел, бесшумный, как дым. Все, к чему он прикасался, становилось изнутри золотым. Не печалься, все будет хорошо на этот раз. Говорят, его видели где-то на дороге в Дамаск. Трактирщика Петра неприкаянные души коротают вечера до утра. Под потолком клубятся ангелы и сажа от сожженных книг. Отец Грензель пьет там пиво в компании таких же забудык. Пьет он пиво и не знает, или знает он вообще-то такой, что мир петля за петлёю обвивает цепочка золотых следов. Нестерпимое сияние, незримое для смертных глаз. Неисповедимы пути гомункулуса в Дамаск. В этом мире вдоволь странных чудес. А если бы это было не так, то мир давно бы исчез.